Ребята, всем привет! Несмотря на то, что сегодня воскресенье, маркетинговый отдел компании «Галамант» у нас сегодня работает. Я сейчас иду на третий урок программы «Цех от бизнес-молодости». А ребята, кстати, уже там, вовсю все снимают, фотографируют. Думаю, будет весело. Кстати, цех всегда проходит очень круто. Так что пошлите. Разные команды. Я знаю, есть одна команда, называется Golden Sapa. Эти красненькие. Вот, а вы же с цеха, да? Да, да. А у вас сейчас перерыв, да, или что? Перерыв, да. А до скольки перерыв будет? Перерыв осталось 20 минут. Все, 20 минут? А, ну все, хорошо, спасибо. Да, он точно с цеха и с какой-то командой. Сейчас, кажется, я еще вижу ребят с цеха. Вон там сидят. Мы сегодня работаем. Всем привет! Я снимаю видео. Вот такую закинем. Один? Ага. Честно, не представляю, ты такой приходишь, типа, в 8 класс, опять ты такой, чуваки, надо на математику. Как я провел лето? Ну как, Сан-Тропе там? А кто тебя отправил на цех? Сергей Ватутин, меня поставил. Сергей Ватутин? Ну кто, да. Твой отец? Я. Понял. А родители кто? Ну, мама, папа. Сергей Наталья. Мама, папа. Ладно, вот, короче, надо делать сайт лучше. Бери BMBullet и тестируй. Пересмотри все видео на тему упаковки, на тему создания дескриптора, оффера и следующих шагов. За ближайшее время прям оптом брать, составить список из 20 ниш, покажешь мне. Выписать там в первой строке на наживы, сколько тебе выручка и маржинальность какая. Вот описываешь и следующий столбе цикл делаешь, покажешь мне эту таблицу. И все запускаешь. Ну, без цены слова, ну, здесь, на самом деле, цена слова – это лишнее, это для людей уже испорчено, ну, как бы, неадекватно. Ты пока адекватный, молодой, ты и так из своего интереса все это сделаешь. Просто тебе надо склеить, там, получить разных лидов, в разных нишах. И прикольно будет, если ты еще обзванивать будешь сам. То есть люди же не знают, что тебе 13. Это такой прикол, типа, ты звонишь и такой, типа, да-да-да. Я звоню в пиджаке, чтобы как бы солиднее звучать. Все? Да. Молодец, дай 5. Так, что я еще хочу? Владимир Ким, где ты? Отлично. Воплотиться, дух Михаила, воплощайся! Ура! Опять произошла странная телепортация из Чикаго в Москву. Как это случилось? Удивительно, удивительно. Да. А почему у тебя микрофона нет? А, мне? Как она найдет телефон? Ну как он находится? Тише, да? Ну чудом. Ну а как? Так все и работает. Понял. Чудом кто-то находится. Да, вообще все происходит чудом, в принципе. Так вот,
Если говорить о вероятности, да, даже 50 тысяч таких маленьких продуктов. То есть одно и то же. В общем, вот так вот проходит цех. Очень весело, интересно. И это на самом деле работает. Так что, ребята, все присоединяйтесь. А я поехала, потому что я очень голодная. И, в общем, я поехала кушать. Следите за обновлениями. Давайте, пока!